Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы играем в Hellwatch Road, третий, последний эпизод. Наконец-то мы, возможно, узнаем, чем эта история закончится. Долго я тянул запись ее, и сейчас вроде тянуть уже нельзя, но при этом я заболел. Надеюсь, это не слишком повлияет, скажем так, на качество. Но вообще сейчас не знаю, почему на самом деле так тянули, не то чтобы мне разонравилось Шарлотта или ведение канала. Просто, возможно, меня сейчас заинтересовали другие вещи. Еще и с учебой. Учеба не слишком способствует. Так что очень громко. Возможно, мне кажется. Etherworks. Мне кажется. Etherram представляет. А, собирайтесь, собирайтесь, молодые и старые. Спешите к нам на представление. Что-то громковато, если же кажется, давайте уменьшим чуть-чуть. Не обращайте внимания на эту жуткую штуку в углу. Пишите к нам на представление. Представление о лжи и божествах, о поворотах и развилках, и несовершенстве, о стерильной чистоте и чернильной рвоте, переходящих во великолепной серой, о паранойе и психозе, и торжестве человеческого разума. Добро пожаловать вновь, дорогой кукловод. Давно не виделись, воистину. Я, кстати, хотел сам это сказать, давно не виделись, но... Опередил меня, судя по всему, человек с Антон. Любопытно мне, зачем ты здесь? Ради правды? О веселении? Романтики? Что-то игру за 100 рублей купил, ну что, не проходить теперь? Хельнюш, ты вернулся из нашего контракта. Если то правда, тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе спасти дитя. По правде говоря, я уже закончил последнее приготовление для твоего нелегкого пути. Все, что тебе требуется, пройти его сначала до самого конца. И не забывай сохранять данные своей марионетки. А мне остается лишь надеяться, что наше представление не оставит тебя равнодушным. Вначале был голос. И голос был у матери, и голос был матерью. «Будь хорошей девочкой, ладно?» — гласил он. И тут же я осознал, что делать дальше. «Приятно познакомиться», — сказала я. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «С кем я знакомлюсь? Кто обо мне позаботится? Кому я вообще это говорю?» «Я не знаю. Я не могу этого знать. Каково мое предназначение? Почему моя голова заполнена воспоминаниями о незнакомых мне людях?» «Будь хорошей девочкой, ладно?» — повторил голос. «Хорошая девочка. Вот кем я должна стать». «И вовсе ты не обязана», — вмешался другой голос. В тот момент я осознала. Предо мной предстал бог всего мира. Фрейшер Лот, эпизод 0. Такие дела. Опять этот сон. Добрым утром тут и не пахнет. Ладно, бог с ним. Надо бы со всеми поздороваться до того, как пойду в школу. Воспользуюсь моментом, чтобы сказать, что завтра у нас Шарлотта выглядит, как всегда, крайне мило. У нас есть руководство, 10 монеток, не очень-то богато, конечно. Воспользуюсь моментом, чтобы сказать, что завтра будет последний стрим по Солифейс, там мы пройдем 4-й эпизод, и будем... и все будет хорошо. Ладно. Так, у нас даже есть какая-то подозрительная вещь названием галереи, в которой будет аж... можно собрать аж 55 картинок. Казалось бы, руководство. Удивительно, но ничего сверхнового тут нет. Статус марионетки. Имя Шарлотта Уилшир, модель Q84. Характеристики. Сила 3, выносливость 2, ловкость 3, интеллект 5. Ты всегда знал, что Шарлотта умная девочка. Удача на минимуме. Тоже почему-то и не удивлен. Сильная сторона аналитические способности, слабая сторона выносливость. Но вообще-то у нас аж 2 единицы выносливости, так что не такая уж она и плохая, не надо тут... В общем, теперь можно видеть, как Шарлотте при рождении раскидали статы. В ящике стопка листовок белого общества, готовых к распространению. На главной странице крупными буквами выведено «Оставайтесь белыми вместе с нами». Изменился стиль игры, не знаю, нравится ли он мне больше, наверное, с художественной точки зрения он посимпатичнее. Есть у него что-то такое, вот это, ну не знаю, как-то карандашом нарисовано. Выглядит как зеркало, а на деле двустороннее стекло. Значит, на той стороне другая мы. Одна лишь белая одежда внутри, все аккуратно уложено. В полке стоит пара книжек. 1984, замок, это Кафки. Видите, какой умный, тоже в интеллект вложился. 4-1 по Фаренгейту, это Брэдбери. Видите, как интеллект. Большинство техники я так и не прочитала.
Мне, кстати, забавно, но все эти книги перечислены, я читал. Вот какое, как я выучил Сивинти. Остановимся на этом. Не стоит мне их упоминать. Все сразу думают, что я умная. Да, так оно и работает, наверное. Эх, на самом деле, про книги, которые я так и не прочитал, на самом деле, это грустная правда, их слишком много. Впрочем, то, что касается многого другого, фильмов, таких сериалов, даже игр. Текущие пользователи ограничен доступ к большинству зон на первом и втором этажах. Мне велика потеря. Кубиком мне и кубами мне не обязательно пользоваться, я лифтами так нравлюсь. Хотя нравится лифтам, это довольно неплохо. У текущего... Главное, чтобы лифт не захотел остаться с тобой навсегда, между этажами. У текущего пользователя ограниченный доступ к модулю данных. Войти? Я вхожу. Вход прошел успешно, данных нет. Боже, Бушерот, довольно жуткий смех, и, честно говоря. Довольно странный, как-то он у меня не коррелирует с ее внешностью. О, я их как-то раз случайно удалила. Молодец, Шарлот. Добро пожаловать в Омникуб. Никто у нас тут сломался. Слово говоря, если положить мертвое животное в этот Омникуб, его можно реанимировать. Полезная информация, кстати. Обратите внимание на камеру в верхнем углу. Видимо, кто-то тоже ведет летсплей. Да, все сильно изменилось. Не знаю. Но симпатичный стиль, согласитесь. Хотя, как-то я скучаю немного по той старой простоте. Прямым углам. Комната Айдена. Что-то я... Разве раньше там жили не мы? Ну, дом меняется каждый раз, так что деляться не стоит. Я вхожу. Это довольно смелый поступок. Да, Айден сильно изменился за лето, похоже. О боже. Я не верю, что я хотел видеть эти картиночки. Вот это немного похоже на меня. Но мне кажется, довольно мало общего на самом деле. У некоторых кукол рот забит волосами. Волосы во рту — это неприятно. Большинство этих кукол выглядят как я. В этой комнате все находятся в идеальной симметрии. У каждой куклы есть своя копия по другую сторону комнаты. Эта кукла улыбается. Самая добрая улыбка в мире, пожалуй. Айден, что же с тобой стало? Почему все так ужасно изменилось? Впрочем, я даже не удивлен. Утречка, Айден. Блин, Айден реально сильно изменился за лет. Похоже, это уже не тот милый портной, которого мы знали. Твои куклы такие красивые. Откуда же ты берешь материал для них, м? Из человеченки, наверное. Держишь рот на замке, да? Ну что ж, не буду мешать. С таким тобой нет смысла разговаривать, не так ли? Эх, днем он шьет платье, а ночью он шьет людей. Ладно. Нет, так нет. Блин, эта дверь, конечно, сильно скрипит. Прямо жутко сильно. Ну, я не особо удивлен, потому что вот эту кровь из-под порога я заметил. Так, тут у нас старый добрый телевизор. Построят, посмотрите. О боже. Главное, чтобы не скримеры. Никто вас не понимает? Трудности с самовыражением? У нас есть решение. Скажите «нет» недопониманию. Связин связывает ваш разум мгновенно. Связин всегда на связи. Мне известно, за помощью эффекта на использование брату серии связин, лучи обрушения мозга, внутренний язы, полный частичного релич тел, галлюцинации, чрезмерное потоотделение. Довольно загадочная реклама. Если снова смотреть телевизор, будет то же самое. Да, к сожалению, то же самое. Ну что же, смотрели мы рекламу, но ни одна кнопка не работает. Репортер радостно читает одни и те же новости. Поэтому телеку идет один лишь белый шум. Некоторым же сам нравится смотреть такие каналы. Доктор Хаксли говорит, что они оказывают успокаивающий эффект на психику. Ну, не знаю, не знаю. В эфире все мои друзья мертвы на современный лад. Камера работает исправно. А у нас, интересно, камера тоже работает так же хорошо? А мы не можем до нее дотянуться, увы. Комната Шарлотты. ТВ-зал. Так, а тут у нас библиотека, а тут у нас ванная. Начнем с ванной. В библиотеку нужно приходить только чистым душой и тем. Туалет. Лучше и не скажешь. На дверце шкафа отпечаток руки. Я сегодня очаровательна, как и всегда, Шарлотта. Ванна вся рвоте. Интересно, до сих пор рвет чернилами. Или пускай может. Трудно понять, в какой реальности мы сейчас находимся. Кто же у нас тут такой зеленый? О. Так, я случайно вышел. Вернемся назад, смелей. Бедные растения. Этот цветок совсем вянет. Надо бы его выбросить. Можно и полить было бы. Кожа растений тушится неплохо, кроме некоторых изгоев. А этот цветок пошивает даже лучше остальных. На столе листовка белого общества. Что же это за белое общество такое? Все книги пустые внутри.
Каждая полка копия другой. Все книги тут показухи ради. Все книги пустые внутри. Пустые внутри. Если книжка отличается цветом от других, значит она важная. Она такая же, как и все остальные. Расстройство. Да, похоже, почитать нам тут не удастся. Помните, когда тут было очень много книг? Кухня. Бойлер, надо идти на кухню. Тут тоже как-то пустовато. Еда в холодильнике симметрично расставлена. Оставлю все как есть, неужто это работа Айдена? Духовка. Раковина. На столе лежит за кем-будет и кем-то нож. Ну, нож, чтоб стоило и прихватить. Так, тут больше... А, это стулья, я думаю, что это за скамеечки стоят на столе? Это стулья. Их спинки. Так, давайте, наверное, тогда в бойлер мы сначала сходим, раз уж тут у нас сегодня выход. Да, в бойлер расстрелять особо не на что, довольно мрачная комната. Говорят, бойлерные, но и не модно делать в хоррор-играх. И у нас она есть. Значит, это будет все-таки хоррор-игра. Бойлер греет нам воду. Куча труб и проводов. И спасибо, бойлер, за твою работу. Что тут скажешь? Лично я скажу, что сохраняться надо и правда почаще. Думаю, этот намек в начале человека зонтом был отнюдь не зря. В ящиках ничего интересного. Ничего интересного прямо как в нашей жизни. Спуститься в подвал. Я еще не готов. Не думаю, что я со всеми поздоровалась. Ну тогда не стоит медлить, давайте знакомиться. Точнее, здороваться. О, подвал вызывает смешанные впечатления. Вход воспрещен, особенно тебе, Шарлотта. Боже, не стесняйся из-за того случая. Интересно, что же мы такое ужасное сделали с лифтом? О, Феникс. На матрасе аккуратно уложены подушкой покрывало. Наверняка для... объектов, на которых экспериментирует. О свободе воли, New Philosopher, часть 4. Колыбельная, ЧП. Чарльз Пуайт? Не знаю. Нарочный след, открыт файл с исследования. Лед 9? Ой, лед 9, это кажется чем-то знаком. Где-то я слышал. Вещество, которое кристаллизирует жидкость при контакте с ней. Последствия могут быть катастрофическими. Скука. Здесь стена вешена бумажкой, исследовательскими материалами. Такое чувство, ты где-то слышал про лед 9. Или мне кажется. Записки судмедэксперта. Агрессия. Конец детства. В слянках пузырятся химикаты. Утречка, Феликс. Феликс вроде вполне обычный. А, утро. Не занят? А, ну, как обычно. Я приготовил то, что ты просила. Вот, бутылочка радости. Так быстро. Да ты у нас молодец. Ага. Такой трудолюбец, слушай благодарности. Погладь по голове, дать щелбан. Непростой выбор, скажу я вам. Ну, я поглажу. Феликс страгит и отшатывается назад, чтобы не прикоснуться к нему. Что-то не так? Да нет, забудь. Вот чудной. Я ж все это лишь по головке сопогладить собиралась. Что-то ударяет мою голову. Это рука в перчатке. Утро, человеческая личинка. Веселитесь тут. Агась? Пойдет силы и рожит мои волосы. Не похоже, что мистеру Хоникеру сейчас весело. Или он всегда такой огромный? Как знать? Да я все слышу, знаешь ли. Да, я знаю, знаю. И чего тут делаете-то? А, да так, я тут мимоходом пришел забрать бутылочку. О, а что внутри? Секретный ингредиент для печенек. Ингредиент. Что? Расскажи, расскажи, что там? Спроси Феликса, коль так интересно. Мне пора, вот же злюка. Че Феникс все время такой грустный? Ну как-то не похож на себя из первой игры. Может, щелбан пробовать ему дать? Может, это его смотрит? Или мы стояли на Беннете. Ну, Лота из Люка. Не надо звать нас Лотой, пожалуйста. Ну, неплохие воспоминания с этим именем. Сокрыто. Дверь табличка. Вход воспрещен. Ну, а раз воспрещен, то значит нам туда и не надо. Тут у нас Хаксли. Да, тут что-то все тоже не слишком весело. Что-то помрачнел, наш дом помрачнел. Искусственное растение, листья его из пластика. Засохшие пятна крови впитались в стену. Кусок торта, обвеченный красной клубничкой идеальной формы, воистине ужасающе. Да, идеальные, это уж слишком не идеально. Кусок торта, обвеченный красной клубничкой... Да, блин, я хотел на пиву посмотреть. Ножницы, которые едят остатки органической материи. В банке пара шампуров и изолента. Зеркало настолько грязное, что мне не видно моего собственного отражения. Это распределитель дезинфиката для рук. Пожалуй, единственная стерильная вещь в комнате. От мешков для тела откровенно смердит. На полу лежит кем-то забытая грязная бензопила. Она наверняка принадлежит Беннету. Старая желтая советская лампа. Интересно, на его оригинале была советской. Так, это что там в уголке? Куда же идет эта дверь? Пока Хаксли тут, у меня входа нет. Труп от просвета ничем не пахнет. Наверное, свежий. Говорят, эти огромные иглы ядовиты. Я тыкаю штуку под покрывалом. Она мягкая.
Привет, доктор Хаксли. Эй, доктор Хаксли? Доктор Генри? А, святая наука, дай выписи Улшир. Как видите, я занят. Вижу, я просто зашел поздороваться. Да-да, конечно же. Привет, доброе утро, как поживаете? Погода сегодня, наверное, прекрасна. Вот и закончили, я могу сойруться к работе. Держите пакетик мармеладных ушек, идите-ка, будьте полезны для общества. Ага, конечно, если так подумать, я никогда не делюсь с трупов, которые до серебровые эксперименты. Наверное, это наши клоны. Почему же это, как считаешь? Доктор Хаксли иначе все игнорирует. Что же, спасибо за внимание. Пока, доктор Хаксли. Интересно, что иногда мы темненькая. Забавно, что автор специально поменял спрайты, чтобы показать темноту. Просто не заляпанные соплями. Хаксли болеет уже долгое время. Я от болей недолго, но страдаю неимоверно. Дверь закрыта. Что же, похоже, мы поздоровались теперь со всеми. Лив, спусти нас. Но Лив по-прежнему злится. Ух, мерзавец. Ну, пойдем. Наружу. Ну, этот большой дикий мир. Интересно, слушай, кто живет с нами по соседству? Походу, дверь открыта. Но слишком долго с ней сюда-сюда я не собираюсь. Рискнем. О. Погодите-ка. Это выход. Это за место. Везде закрыто. Ванная. Лаборатория. Телезал. Что же у нас тут? Я так и думал, что там будет что-то вроде нашей комнаты. Около минца всяческие пятна выводители. Одна лишь белая одежда внутри. Все аккуратно уложено. У меня кубы спят. Спят. Может быть, это другая сторона зеркала в нашей комнате. Что-то с этой шарлотой не так. Это умерла. В ящиках пусто. Что же это за место? Что происходит? Тут у нас закрыто уже. Камера не работает исправно. Бедная камера. Для этого кровавого лифта музыка слишком радостная. Мне тоже такое чувство, что я где-то слышал. Вся стена в фотографиях с котами. Ох, и подозрительно же это. Начинаю сканирование сетчатки глаза. Сканирование прошло успешно. Разве вы не опаздываете в школу? Не, я как раз к обеде на перерыву. А мне ко второй. Эй, у меня для тебя сюрприз. Я даю мармеладные ушки лифту. Большое спасибо. Когда желаете направиться? Давай на второй. Конечно. Эх, у нас будет... Блин, какой-то мрачноватый лифт. Как-то грустно, что нас нету. Этой самой. Ой, книжки, которые описывают устройство мира. Пункт назначения достигнут. Всего 11 кнопок. Случайно нажмешь кнопку 11, обратно уже не вернешься. Ты напомнил мне одной игре в лифте, где ты нажимаешь определенную последовательность кнопок и попадаешь в другой мир. А еще прикол, что я там этаж актив в лифт заходит женщина, не смотреть нельзя ни в коем случае. И уж тем более разговаривать. Вступайте в белое общество, эти постеры моих рук дело. Шарлотта теперь глава культа, но это прекрасно. Я генератор мудрости на каждый день. Одна вот мудрость одному не помешает. Монетку кинь, мудрость вынь, каждый день новая мудрость. Не стесняйтесь присылать на свои комментарии предложения. Пожалуйста, хватит присылать жалобы на повторяющие сообщения. Если же у вас дом до того не приемили моя форма жалобы, отчего она не будет рассмотрена? Не, давайте сейчас сохранимся. Ну ладно, давайте рискнем. Верь в наслаждение, помни о науке. Давайте еще одну мудрость, про запас, так сказать, на завтра. Называют это домом, а не концом света. Кстати, вы заметили, выборы-то поменялись, может быть, если... Бок умер, он покончил жизнь самоубийством. Значит, свет не стоит ни копейки. Называют это домом, а не концом света. Ну все, мудрости, похоже, кончились. Ладно, думаю, хватит меня мудрости. Я загрузился, потому что вдруг нам монетки пригодятся. Вступайте в белое общество. Да-да-да. Что-то я... Так, о, это же Си. Господа. Оу, у кого-то проблемы. Но мне это какое дело? Точняк. Даешь фоточку на память. Клик. И готово. Город нарисован на стене. Как это печально, это совсем не та Шарлотта, которую мы привыкли видеть. Может, это такая Шарлотта, как в Делириуме. Что же с этой девочкой не так, хотя много что. Что ж, пора в школу, прыг. Школьные уборщики прибираются каждый день. Матрас не остался, ощущая падение. Видимо, прыгают не все так удачно, как мы.
Вот неудачник. Не знал, что здесь тайная лестница. А вот оно что. Не... Да. Понятно. Отлично работающая камера. А ее подруга? И она в полном порядке. Это же отлично. Привет! Привет! Эх, он совсем меня не понимает. Может, если бы рот использует связи? Что это? Это препарат, который соединяет разумы. Круто, правда? Да, блин. О боже, что не так с этим миром? Сад. Теперь идет школьный сад. Медпункт. Мало что здесь изменилось. А мне дали, кажется, карточка по Шарлотте. Однако мне выпала карточка Шарлотта и Анри. Кстати, набор карточек этой игры довольно необычный. Скарли Тейлер, Анри, некто Чарльз Тейлер. Хотя... Родственник Скарлетт, сама Шарлотта и Флоренс. Никаких там Беннетов. Эх, неужели эта троица не будет играть большой роли в игре? Так, на чём я остановился? Что из-за карточки сбился? Комната директора. Да никуда мы не хотим. Всякие информативные листовки почитаем. Кстати, белая горячка, она может быть заразна, никто точно не знает. Кормить зону животной школьной территории строго запрещено. Вступайте в белое общество, ставьте морально выше своего соседа и собаки. Это вот наших рук дело. Как дела? Как дела? Главное не на 11-й. О, Анри? Лотта. Да не зовите меня Лотта, зовите меня Чарли хотя бы. Хотя Чарли звали предыдущую нашей итерации. Кстати, это имя Чарльз Эллер. Чарльз похож на Шарлотту. О, привет. Знаешь, ты придешь, а что купила нам обед? Это мир, в котором Андрей покупает нам обед. Теперь я точно не поверю, что это та же самая реальность. Все как ты любишь, без лактозы. А, как мило с твоей стороны. В этом мире выбрать. Хочешь присоединиться ко мне или как? Если ты не против. Ага, не против. Тогда двигаем на крышу. Наши друзья уж наверняка нас заждались, не так ли? А, они сегодня к нам присоединятся. Само собой, еда куда вкуснее в компании находишь. Да, ты права. Блин, это прям моя проблема. Я предпочитаю там... Не люблю, когда люди какие-то, которых я не знаю, участвуют в моих встречах с друзьями. Прошу, свяжи со мной, мне так одиноко. Тьфу, отстань от меня. Да здравствует белое общество! Да здравствует белое общество! Респект такому обществу. Стригайте белые горячки. Признаки, что вы больны. Вы потеряли свой цвет, вы не реагируете на раздражители, вы не можете вращать это сообщение. Ну, Андрей тоже довольно белый. Стало быть, с нами все в порядке, у тебя как дела? Вау, у него совсем мозги плавятся. Он уж точно перебрал с визином. Это мой класс. Любопытно... А, ну мы, видимо, да. Тут же проход на крышу. Добрый день, мисс Уишер. Ага, добрый. Библиотека — лучшее место для связи, по моему скромному мнению. Зал белого общества. Эта дверь проходит собрание белого общества. Уборная. Крыша. Не-не-не. Плохие воспоминания. Там не делать нечего. Да, библиотеки не для умных людей. Интеллект у нас так качан, так зачем нам книжки? Большая часть этих тян выглядит довольно непримечательно. Точнее, может, даже не все. Как спалось, вот. Хорошо, как там ее звали? Я думаю, это Бекка. Привет! Приветик! Это не знаю. Даже. Какая-нибудь Джессика. Приветик! Добрый день, мисс Ушир. Тебе скорее это Бек. Андрей, ты давай здоровайся. Привет. Вот за что я думаю. Мисс Орхова такая учтивая. Купила тебе обед. А про нас что, забыла? И я не... Она просто не знала, что вы присоединитесь. Ведь мы все время едим вместе, как грубо с ее стороны. В следующий раз она уж точно не забудет купить еды и на вас. Правда, Анри? Правда. Вот видите? Только мы слышим, как открывает дверь. Не думал, что скажу это когда-нибудь, но мне жалко Анри. Скарли Тейлер? Заметьте, она действительно единственный человек, вообще, по-моему, за все время, у кого есть цвет. Не считая желтых глазок у некоторых персонажей. Уилшер, опять пропускаешь занятия? О нет, только не она. Тьфу, зануда приперлась. Как всегда, за унылие некуда. И тихо вы. Ведь знаете, что на крыше нельзя, так ведь? И это уже не первый раз, как вы нарушаете школьные правила. Нам так жаль, мисс староста. Скарлетт покончила в той ветке с самоубийством. До возвения недостаточно. И мы отправили ее на опыты в делириуме. Какую же роль играет Скарли Тейлор во всей схеме вещей? Мы больше так не будем. Да немедленно сусить крышу, или я позову учителей. Ха, учителей. Ну-ка покажи ей Лотта. Не, забей на нее. Так веселее.
Выражение лица Скарли немного смягчается в Рейдианере. Но зачем вы с ними водитесь, мисс Уорхол? Уверен, вам будет лучше вне подобного окружения. Вы о чем, мисс Эйлер? Они мои друзья. Как скажете. Теперь уходите немедленно. Дважды я повторяться не буду. Смотри, старости ты нравишься, а, Анри? Но мисс Уорхол же у нас любимица учителей. Клочи с Футом с Анри поменялись ролями, да? Правда же, девочка Б? Да, конечно. Всем хорошо вместе. Если так подумать, когда же я встретил Анри? А, точно. Это было тогда, когда юбку стащили из раздевалки во время физры. Виновными были, конечно же, вот эти стервы, что сидят сейчас с нами. Ей было нежно переодеться и пришлось ходить в спортивных шортах весь день. Все смеялись над ней. Видя, насколько песочно и смущенно она выглядела, я ничего не почувствовала. И ничего не сделала. Я стал ее одну, и теперь она всего лишь наша девочка на побегушках. Вот и вся история. Это отвратительно. Вот, ты пойдешь на урок. Иди-ка без меня, ладно? Мне сделать поважнее. Ладно. Увидимся, увидимся. Вся я всегда жду твоих выступлений. Благодарю, но я лгунья. Просто признаешь, тебе нравится крутиться вокруг популярной мини. Рад встретить тебя здесь, это Си. Это не его. А? Это не его испевали, хотя, скорее всего... Плакали наши прочные узы. Смотрите на нее, взяла и прошла мимо. Простите, мы знакомы? Как холодно. Ни единое слово не может определить меня, но может звать меня Си. Ничего не напоминает. А, Чарльз. Обзавелся новым сосудом? Подожди-ка, я его уже где-то видела, в том переулке. Бинго, подобрал его по дороге сюда. Теперь уж точно не буду выделяться из толпы студентов. Удобно, не правда ли? Да, пожалуй. Ты же школьной территории избегал только так все это время. Пожалуй, мне и правда более спокойно в этом сосуде. Ага, конечно. Наверное, счастлив, что надобыл себе новый мясной костюмчик. Столь низко ты обо мне думаешь? Я хочу, чтобы он был в целости и сохранности, только и всего. Немного это... Немного его манера речи напоминает человека зонтиком. Может, он есть человек зонтиком? Местный. Да-да, тебе совершенно не наплевать. Конечно. В любом случае, мне пора. Дело не в проворот. В любом случае, поторопись, уроки скоро начнутся. Не, я всяко прогуливаю. Приходи на следующее собрание белого общества, ладно? Будет весело. Очень в том сомневаюсь. Очень в том сомневаюсь, значит, простите, немного поплохело, поэтому я отошел на пару минут. Но спасибо за приглашение. Как знаешь. Видимся позже, Си. Удачное выступление. Ага, спасибо. Не в форме сегодня? Не, я просто сонно себя чувствую. А еще будем взять перерыв. Зачем? Этим нелюдям нужно козла отпущения, чтобы винить собственные слабости и неспособность что-то изменить. Даже не в любом случае проглотит мои слова. Что же с тобой же стало, Шарлотта? А, или где у нас собрание белого общества проходит? А, да, вот здесь. Чуть не укатил. Приветствую, друзья! Добро пожаловать на наше еженедельное собрание белого общества! Каков наш девиз? Через сошли глаза, иногда немного темнеет. Остаться в безопасности, оставаться чистыми, оставаться белыми. Шляпа, плащ, белые розы. Какова наша цель? Вознестись! Так держать! Я знаю, что вы все постарались и пополнили черный список новыми именами на этой неделе. Вы все такие умнички. Как вы все знаете, процесс предельно прост. Найти грязных, загрузить их информацию на наш веб-сайт, проголосовать. Возможно, в этой вселенной Шарлотта именно организатор этих судов. Тот, кто получит больше голосов, будет наказан. Вот так вот. Слово говоря, я хочу, чтобы каждый из нас выбрал особого гостя для сегодняшнего часа казни. Так что голосуйте. Голосуйте за тех, кто навредил вам. Голосуйте за тех, кто обидел вас. Голосуйте за тех, кто причинил вам боль. И мы отомстим им с тысячекратной силой. 3, 2, 1... Голосование объявляю закрытым. Спасибо за ваш вклад. Еще мне кажется, что выберут, не знаю, Анну или условную. Давайте останемся белыми вместе. Ну, пора готовиться к шоу. Может, Скарли Тейлер, кстати. Ну, у меня два варианта. Оставайтесь с нами. Да я никуда и не ухожу. Вы знали, что в наших телах 150 раз больше генетического материала, чем нашего собственного? Прямо говоря, 90% вас вовсе не вы. Бояться нечего. Laser Solutions решит любую вашу проблему. После наших мощных технологий мы вырежем всех самозванцев из вашего тела.
Ваш я принадлежит вам и только вам. Будь собой всегда. 100% вы. Мерзость. Милости просим на час казни. Данная программа спонсируется белым обществом. А это та девочка Б, с которой мы обедали, что ли? Всем приветик, добро пожаловать в нашу ежедневную программу «Час казни». Познакомьтесь с девочкой Б, да, это она. Сегодня и только на нашей программе она получит право иметь лицо. Все, что вольно громко, кажется. Вы, наверное, думаете, это кто вообще? Да я впервые вижу этого персонажа. Мы что, сочувствовать должны? Вы, конечно же, будете абсолютно правы, потому что это совершенно посторонний человек. Но, если я скажу, что она делала крайне плохие вещи, вы из нее поверите? Если я скажу избегать ее, вы из нее поверите, так? Никто все равно факты не проверяет. Вот, или прям про телевидение рассказали. Ну, или мы, в общем-то, по смеде. Потому мы и здесь, так или иначе, и избрали гостем этого эпизода именно вы, дорогие друзья. Я думаю, это даже... И сегодня мы будем печь печеньки из нее. Да, наш тайный ингредиент какой-то есть. Вы на телевидении, повежливее, повежливее, ладно? Сначала нужно взять немного масла. И как вмазать им миску? Вмажь им! Давай, давай же, сильнее! Шарлотта, что ты уже сегодня как леди ведете? Дай насыпаем целую горсть муки. Футон, давай же. Нет, не надо распускать нюни. Смотри, все прямо у тебя перед глазами. Смотри, мука. Видишь, все получилось, что вообще происходит? Дай-ка помогу вмешать сахар. Мешай, еще мешай. Знаете ли, эта леди может выглядеть полной мямлей, но на деле-то она всем своим существом поддерживает насилие. Давай, покажи им рисунок. Вот и он. И кто здорово мне такого не нарисует, правда же? О, крипота. А потому наказание неизбежно, а то мы и добавим особый ингредиент. Что же это интересно? Время опроса. Давайте голосовать, ребятки. Какой же особый ингредиент? Игорь. Пора видеть результаты. Похлопаем мне, но они сейчас угадали правильно. Это была хлорка. А теперь наша гостья попробует тесто. Пусти меня, в чем твоя нахрен проблема? Боже, если не за языком, у нас рейтинг 13+. Кто бы говорил? Дорогие друзья, давайте притворимся, что ничего не слышали, ладно? Наши подружки охоже кусок в горло не лезет, так давайте же ей поможем. Вкусняшка. А теперь разогреем духовку до 180 градусов по Цельсию. Но духовки-то у нас нет, так что используем вместо нее нашу гостью. Вперед! Вот и все, шел конец. Оставайтесь белыми вместе с нами. Да сразу эти шнупы не белые, кстати, чтобы не удивило. Вступайте в белое общество. Где подать заявку? Я готов. Боже, что происходит в этом варианте развития событий? Пункт назначения достигнут. Ну что ж, на этой более чем оптимистичной ноте, я полагаю, можно закончить серию. Надеюсь, что вам понравилось. Я даже не знаю, что сказать. Мне ужасно интересно, что же будет дальше. Что вообще здесь происходит? Ну, точнее... Возможно, кажется, я ничего не удивляюсь. Но знаете, после лучших частей меня уже тяжело чем-то удивить. Ну, конечно, это интересно с такой стороны взглянуть на Шарлотту. Хотя, конечно, она ведет на себя как полная мразь. Блин, я не думаю, что мне будет жаль Аннера. Ведь это случилось. В общем, ура, темы буллинга снова вернулись. Ладно, с вами был Авангард. Надеюсь, что вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. И напоминаю вам, что уже завтра будет последний стрим по Sally Face. Ну, последний на данный момент. Где будем проходить 4-й эпизод. Так что можете приходить. Писать комментарии, там общаться со мной, донатить и вообще заниматься всякими непотребствами. Но под непотребствами, конечно, даже в творе непотребства нужно оставаться хорошими людьми. И никого не оскорблять и не обижать. Вот на такой печальной ноте, так сказать, морализаторской, мы теперь точно закончим. С вами был Авангард, до новых встреч в следующих сериях. До новых встреч!